Стало известно, что съемки новой картины о культовом герое Терминаторе начнутся в марте следующего года. Производство шестой части франшизы будет вестись на территории Испании и Венгрии. Месяц назад стало известно, что режиссерское кресло проекта займет постановщик Дэдпула Тим Миллер, а продюсером выступит создатель первой и второй части Джеймс Кэмерон. Он сейчас, кстати, вовсю работает над сиквелами другого своего масштабного проекта «Аватара». И обойдутся они Джеймсу в кругленькую сумму. Ранее появилась информация, что шестой «Терминатор» выйдет в прокат в июле. К своим ролям вернутся ветераны франшизы, 61-летняя Линда Хэмилтон, исполнительница роль Сары Коннор и Арнольд Шварценеггер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.